Это уже восьмой двор Махачкале, в котором проходит Маулид. Жители близлежащих домов пришли сюда, чтобы послушать чтение Корана, нашиды и проповеди богословов. Подобные торжества пройдут во дворах до конца месяца Рабиуль-Ауаль. На этот раз праздничный вечер состоялся на проспекте Акушинского, 19. Услышав чтение Корана и благословение на пророка Мухаммада, мир ему и благословение, здесь собрались десятки людей. Взрослые слушали проповеди ученых и стихи о пророке, а дети участвовали в конкурсе с подарками. Да, я побольше, чтобы вот такие мероприятия были, я Аллах. Мы любим пророка. Все вместе, коллективом. Я не думал, что столько людей придут. Дружный поселок. От имени поселка благодарность муфтият. Дворовые мавлиды проводят в Махачкале вот уже более 10 лет. Муфтият республики организует мероприятия по заявкам жильцов разных районов города. Цель – духовно-нравственное просвещение. Восхваляем Всевышнего Аллаха, благословляем пророка, саллиллаху алейхи вассалям, рассказываем о его жизни, деятельности через проповеди лекторов, через нашиды, через конкурсы. Стараемся, чтобы что-то, хотя бы этот месяц побольше, чтобы люди узнали о жизнедеятельности, быть нравы любимца Всевышнего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Месяц Рабиуль-Ауаль почитают особенно. В нем родился любимец Всевышнего и спаситель миллионов людей. Поэтому подобные вечера стали доброй традицией у мусульман. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.